СЗ и наконец приехала в отель в Москву. Пока мы ехали в машине, Тёма ужасно себя вел. Итак, всю поездку. Это карта нашего отеля. Это уже второй день. Мы только что позавтракали. Вот. Ну, в принципе, там завтрак не такой, как, ну, то есть, как везде, да, шведский стол. Но так же, как дома, наверное, что ли. Каша там, сок. Вот. И сейчас мы будем смотреть, что есть в этом отеле. Можно сейчас будем здесь кататься. Блин, прикольно. Мы пришли на обратном номер, потому что жарко, мы решили оставить все теплые вещи, то есть мой розовый кот тоже дома. И сейчас будет секретная информация. Я показывала, что у меня из окна виден бассейн? Да, показывала. Что ты смотришь на это? В общем, вот там сейчас люди какие-то купаются. Надеемся, они нас не видят. Надеюсь, мы сегодня пойдем туда купаться. Сейчас мы пойдем прыгать на батуте. Надеюсь, я не раздавлю своего брата. У нас на территории отеля, оказывается, есть зоопарк, и мы сейчас туда пойдем смотреть разных животных. Сейчас мы зайдем и купим морковку, чтобы всех кормить. А, бедный верблюд, ему тут очень жарко. Он даже лысый стал. Так, вот вроде конюшня, что-то немножко закрыто.
Сейчас мы опять пришли в номер, и сейчас типа день, и час пик. И тут много людей в бассейне купаются, особенно много детей. Вот они. Ну, короче, не пойдем, потому что моему брату нельзя купаться. И, в общем, жалко. Вот и все, это было все, я показала вам все места, но мы еще не ходили в веревочный парк, в нем будем завтра, потому что, или сегодня вечером, но я все равно видео буду выводить. Куда мы не ходили? В веревочный парк. В общем, все равно видео будут каждый день выходить, так что пока.